Сначала я бы хотела с вами рассмотреть, чем отличается лидер, чем отличается он от менеджера. То есть первое, что мы сказали, менеджер — это администратор. То есть это человек, который внедряет процессы, следит за выполнением целей поставленных и за достижением результата. В то время как лидер — это инноватор. Это человек, который внедряет что-то новое, который не боится рисковать, который вдохновляет нас на то, чтобы двигаться дальше и принимать какие-то нестандартные решения. Менеджер. Менеджер — это он поручает, он ставит четкие цели, он говорит, что нужно делать. Лидер, в свою очередь, вдохновляет нас на какие-то решения. Менеджеры, они работают по целям, которые ставит для них кто-то, их руководитель, их компания, заказчик, с которым им приходится работать. Лидер — это человек, который четко видит цель, и к ней идет, и к ней ведет за собой команду. Менеджер составляет план, и этот план является основой действия. У лидера есть некое видение, да? То есть я себе так вижу, что так будет лучше, так будет самый лучший результат. Соответственно, лидер, он дает это видение другим и позволяет им самим найти решение. Еще один момент очень важный, да, менеджер, он чаще контролирует, в то время как лидер нам доверяет.